Мы приступим к работе, как только прикажете. Шеф, мы получили сообщение от совета. Я рад приветствовать вас, командир. Мы хотели бы поздравить вас с недавней победой. Мы понимаем, что вы стояли перед трудным выбором и были вынуждены решать, кому оказать помощь. В любом случае, вы превосходно справились с задачей. Мы вознаграждаем вашу работу, как и было оговорено. Удачи, командир. Надеемся, она и впредь вас не оставит. Совет понимает, что вы приняли верное решение. Другое дело, что нам катастрофически не хватает ресурсов, но надежда еще есть. Главный инженер придумал, как нам оставаться в курсе событий. В нашем оперативном штабе мы постоянно отслеживаем обстановку в странах, входящих в Совет. Страна, в которой уровень паники достигнет критического, выйдет из Совета и лишит нас финансирования и другой поддержки, разумеется. Насколько Совет доверяет проекту XCOM, можно увидеть на шкале над главным экраном. Инженеры называют ее «шкалой судьбы». Командиру XCOM просьба прибыть в центр управления. Командиру в центр управления. Шеф, доктор Валин говорит, что исследования продвигаются, но ей нужно еще какое-то время. Да и нам есть чем заняться. Наконец-то заработала спутниковая сеть, и мы готовы начать сканирование воздушного пространства. На это уйдет несколько дней. Чертежи нановолоконного жилета. Мы закончили работу над проектом, и теперь моему отделу совершенно нечем заняться. Если не возражаете, мы проведем вскрытие тел пришельцев. Готово, шеф. Инженеры ждут вашей команды, чтобы начать производство. Спасибо, шеф. Когда мы закончим это исследование, я вам сообщу. Инженерный отдел готов к работе. Похоже, блестящие инженеры доктора Шеня наконец-то научились включать компьютеры. Командиру XCOM просьба прибыть в инженерный отдел. А, мое почтение. Я все ждал, когда же вы зайдете. Добро пожаловать в инженерный отдел. Здесь мечты ученых воплощаются в реальность. Вот, кстати, доктор Валин передала нам новые чертежи. Если дадите добро, мы начнем производство. Мы создали нановолоконный жилет. Его уже отправили в оружейную. Командиру XCOM просьба прибыть в казармы. Готовое снаряжение и оружие из инженерного отдела отправляют в оружейную. Штурмовики — наш авангард. Они первыми бросаются на врага, последними отступают. Командиру XCOM просьба прибыть в оперативный штаб. Повторяю, командиру в оперативный штаб. Шеф, совет хочет с вами поговорить.
Итак, командир, нам нужна ваша помощь в одном сложном деле. Мы просим вас отнестись к нему с тем же вниманием, что и к другим операциям проекта. Командир, одна женщина, взятая в плен инопланетянами, сумела бежать. Вы должны помочь ей спастись. У нее могут быть ценные сведения о наших врагах. Сейчас я передам вам координаты. Ну все, командир. Знаем, вы нас не разочаруете.